Ростов, привет! Ну что, вот и пролетела очередная рабочая неделя, и я вам предлагаю прямо сейчас отложить все свои планы, дела, проблемы и выходить гулять, наслаждаться весной и дышать свежим воздухом. На термометре плюс 7 градусов и ветра практически нет, всего лишь 2 метра в секунду. Вот такая весна у нас на дворе. А вообще, если подальше от синоптиков и поближе к природе, то предки прогнозировали в этот день погоду так. Если петухи кричат рано, то это к теплу. А если птички вьют гнезда на солнечной стороне дома, то это к холоду. Вот тоже интересные. А где им еще вить гнезда? Конечно, на солнечной стороне, конечно, поближе к теплу. В общем, мне кажется, и петухи кричат, и птички вьют гнезда на солнечной стороне дома. А какая будет погода и кто прав, покажет все-таки только время. И вот я в студии и готова рассказать о погоде на выходных. Сегодня ночью плюс 7, завтра днем плюс 12. Вот только дожди возвращаются. Уже в субботу на небе больше облаков, чем солнце. Местами дождь. В воскресенье ночью плюс 8, днем плюс 12. И здесь уже пасмурно с дождем. Новую неделю встретим тоже под зонтами и капюшонами. В понедельник по плану осадки целый день. И температура пониже. Ночью плюс 5, днем 10. 10 не таких уж и теплых, но все-таки весенних градусов. Кажется, рано радовались погодной ясности. Но вот так мы проведем выходные. И несмотря на дождь, желаю вам отличного расположения духа. Главное, улыбайтесь, это помогает. Всю неделю с вами была я, Вера Данилидия. Увидимся.